Вот такая картина. Смотрите. Это, скорее всего, Кай, его излюбленное место. Здесь не знаю кто. Не вижу. То, что два льва, это точно. А кто из них кто? Гремит где-то вдалеке. Сегодня пасмурно. Собирался дождь. Смотрите, какое небо над саванной красивое. Собирался дождь, но так и не собрался. Поэтому не знаю. В общем, идем к львиному пляжу. Под деревом сюда тоже никого нет. Ой, вот там, смотрите, тоже кто-то валяется. О, Филька! По-моему, Филька. Ой, я не могу. Филипп Филиппович, извините, что я вас так обозвала. Ой. Вот. А, и там, видите, бугор, и не увидишь. Вот косогор вот этот с той стороны никак. Ну, мордашки кусочек увидела. Ты, Филечка. Вот кусочек носа. И глазик. Зайка. Если бы он не пошевелился лапами, я бы не заметила, прошла. Замаскировался, а? И главное, его не видно с мостков. Спрятался. Так, а кто у нас здесь, с этой стороны? Ну, в общем, отдыхает. Филь, ну ты хоть бы еще пошевелился, пока мы тут тебя хотим увидеть. Пока ты спишь, я думаю, что это нереально. Сейчас мы с этой стороны попробуем. Только хвост. Только хвост и лапы. Сейчас, 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 сейчас. Вот так. Вот. Не знаю, потом посмотрю на видео, поймала момент, когда он мандаху поднял. Ой, смотрите, какой сегодня урожай шапочек. И вот здесь, здесь целая шляпка. Вот, видите? Ветер налетел, видно, наверное, люди, скорее всего, были на мостках. Сегодня ветер поднялся. Так, а где же там? Здесь тоже за кустиками не видно. О-о-о. Ну, там точно был Каюшка, потому что габаритики такие. О. Где-то я тут еще кого-то увидела. Ну, сейчас мы вот так направо переместимся. Здесь тоже все. Еще отдыхают. Я приду потом попозже. Малышей покормлю и приду. Вот здесь тоже спят девчульки. Вот Клавочка наша. Пузыречек. Здесь девчата. Сегодня на пляже девчонки. А, нет, подождите. Господи, кого что я не увидела. Ну, сейчас посмотрим, то ли Персей, то ли... Нет, скорее всего, малыш. Они все здесь. Вы слышите храп, друзья?
Я иду опять. Иду на цыпочках, на носочках, чтоб не разбудить. Наслаждаемся. Не знаю, мне очень нравится. Лапочки какие. Разбудили. Так пропел, хотелось. Вы послышали? Крепкий львиный сон. Так, а это персик? А где же он? Мадам, я так рада, что он хоть отдохнет, а то она его таскает по всей саванне. Малыш спит. Так не хочется даже выключать. Эй, храпушка. А там... Мама, подожди. Я... Еще немножко, друзья, послушаем храп.